Сезонные работы в Польше ⁇ это одно из самых популярных направлений законного трудоустройства иностранцев. Хотя не все знают, что сезонные работы далеко не ограничиваются только сельским хозяйством, а включают в себя и массу разнообразных вакансий. В этом видео вы узнаете, что такое сезонное приглашение в Польшу, кто может его получить, срок действия коридоры и много чего интересного, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А перед тем, как начать данный видеоролик, хотел бы напомнить, что внизу в описании под видео вы найдете ссылку на группу Viber с работой в Польше. А также делаем приглашение для въезда в Польшу, страховку, анкету. Более детальная информация внизу в описании под видео. А мы начинаем. Поехали. Что такое сезонное приглашение в Польшу? Сезонное приглашение на работу в Польшу – это специальный документ, подтверждающий проведение сезонных работ в Польше. Оно является основанием для оформления сезонной визы тип D05B. Официально данный документ называется «Засвечение о вписе довиденции в внеску в справе працы сезоновой» или просто «Засвечение». Кто может получить засвечение? Для начала следует напомнить, что такое сезонная работа в Польше. Сезонная работа ⁇ это отдельный вид трудоустройства иностранцев в Польше, подразумевающий работу до 270 дней в год в отраслях, законодательно установленных как сезонные. Перечень может обновляться и вводиться в действие специальным постановлением Министерства семьи, работы и социальной политики. Уточнять полный перечень необходимо в действующем постановлении, но основными направлениями являются сельскохозяйственные работы, сбор урожая, растениеводство животноводство обрабатывающая промышленность, имеющая сезонный характер, туристический бизнес, гостиницы, бары, рестораны, работу на теплоходах, паромах и так далее, нагрузка на которые имеет свою сезонность, плановые ремонтные работы, лесная промышленность, рыболовство. Повторю, это лишь часть основных категорий. Постановление указывает не только на общее направление, но и на конкретные виды работ внутри них. Срок действия сезонного разрешения на работу. Максимальное количество рабочих дней по сезонному разрешению составляет 270 дней в календарном году. Это принципиальное отличие от других типов трудоустройства. Чтобы разобраться, давайте вспомним, как рассчитываются сроки по другим документам. Например, воеводское разрешение типа А коридоров не имеет. И по окончанию одного зазволения тут же можно открывать следующее. По поводу освещения, освещение позволяет работать до 180 дней в году. При этом начало расчетного года начинается с момента начала действия освещения. Что же касается сезонного приглашения, то в расчете сроков сезонного разрешения принципиальное отличие имеет термин именно год. Для сезонного приглашения календарный год начинается с 1 января до 31 декабря, а с 1 января следующего года появляется новая возможность получить документ снова на 270 дней. Какие трудовые договора могут быть подписаны при сезонной работе? Для сезонных работ допустим любой закон тип договора. Это умова праця, умова отдела, умова злицения. Однако, если речь идет о сельском хозяйстве, а конкретно о сборе урожая, то может быть применена и специальная форма гражданско-правового договора умова о помощи в шизберах. Что делать после окончания сезонной визы на 9 месяцев? Если у вас закончилась сезонная виза, то вы можете ехать по безвизу на 90 дней, открывать полугодовую визу, открывать визу по приглашению от воеводы на год, либо ждать новый календарный год и открывать новое сезонное приглашение. Ну что же, друзья, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также напомню, что внизу в описании под видео вы найдете ссылку на группу Viber с работой в Польше. А также всех тех, кого интересует бесплатный перевод денег, ссылку для бесплатного перевода через TransferGo я оставлю внизу в описании под видео. По моей ссылке вы получаете не только бесплатные переводы, а также 350 гривен в подарок своему первому переводу. Поэтому, друзья, регистрируйтесь сейчас, а перевести сможете позже. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока.